Сегодняшний суд над поющим автохулиганом Зероеном не обошелся без инцидента. Вот, вы видите, не пускают Майбах на территорию суда для того, чтобы забрать подсудимого. Роскошный автомобиль выгнал за шлагбаум разъяренный охранник. Вы понимаете, что это Майбах самого Зерояна? Мне похер. Жалко, что не 90-е. Я бы проехал, бы он меня прошел. Сам Григорий Зероян прибыл на заседание на чуть менее комфортабельном автозаке. Добрый день, на что рассчитываете? Минувшую ночь рэпер провел в отделении. 23-летний правонарушитель добровольно явился в отдел ГИБДД. В отношении гражданина в настоящий момент составлены протоколы об административном правонарушении. Скажите, пожалуйста, вы признаете свою вину за содеянное? Конечно, да, я признаю свою вину. Я знаю, что нельзя ходить по проезжей части. На допросе Зероян вел себя как провинившийся школьник. От брутальности артиста Зероя, перекрывшего в одном халате и тапках Новый Арбат, не осталось и следа. Меня пацаны ругают, знаешь, где пропадаю. Выходка дорого обошлась городу. Сотни автомобилистов застряли в мертвой пробке. Вот скорая помощь прорывается мимо заслона из 13 майбахов, возможно, с тяжелым пациентом. А вот машины спецслужб и полиции вынуждены выруливать навстречу. Однако вердикт суда оказался неожиданно мягким. Мизерный штраф. И назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Зероян в буквальном смысле дешево отделался. Чего не скажешь о водителях майбахов, арендованных для съемок клипа. Они утверждают, наниматель их обманул. Мы находимся сейчас в простое, по сути, наша машина в административном розыске и так далее. Нас ни заранее не предупреждали о том, что да. Будет вот это вот все. Сумму штрафа знаете? Ну, он варьируется там от 5 до 10 тысяч в полиции и от 5 до 10 тысяч в ГАИ. Плюс они платят из своего кармана по 30 тысяч в день за простой машин. Однако рэпера это, похоже, не волнует. Ну, почему себя артистом считаете? Вы работу журналиста выполняете. Да. Я работу артиста выполняю. Соответственно... Работа артиста включается в том, чтобы перекрыть Новый Арбат и пройти без штанов? Почему да, вы журналист считаете? Ладно, давайте не будем провоцировать. Вывод обескураживающий. Оказывается, можно всего за 20 тысяч рублей перекрыть одну из главных транспортных артерий города и безнаказанно вытворять на ней все, что вздумается. Александр